Здравствуйте, уважаемые зрители, в эфире телеканала «Медиаинформ», программа «Мы с Михаилом Кацаном», и я с удовольствием представляю вам моего сегодняшнего гостя. Это лидер одесской ячейки партии «За мои будни», кандидат в мэры нашего города Сергей Васильевич Калинчук. Сергей, здравствуйте. Сергей Васильевич, мы выходим на финишную прямую, скоро выборы, в воскресенье одесситы будут избирать себе власть. Вчера мы слышали выступление президента Владимира Зеленского, который говорил, что, в принципе, у нас практически все хорошо, все проблемы решены, смертность от коронавируса достаточно маленькая, с коррупцией мы боремся, антикоррупционные органы набирают обороты, в общем, все замечательно. Потом вышел лидер вашей партии Игорь Петрович Палица и, что называется, добавил ложку дегтя в эту бочку с медом. И, как бы, призвав депутата, прежде всего, из партии «Слуг народа», опомниться, поскольку стремительно они теряют легитимность. Сергей Васильевич, что нам ждать в ближайшие дни после выборов? Потому что эйфория от выборов, она улетучится, а проблема коронавируса, она останется и прочие проблемы. Ну, вы знаете, во-первых, я до конца не понимаю, у кого вообще будет эйфория от выборов, потому что, ну, я уверен точно, что у действующей власти и у офиса президента, и у «Слуг народа» вряд ли будет эйфория от тех результатов, которые они увидят по факту выборов, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что люди настолько устали уже от этого избирательного процесса, я имею в виду граждане нашей страны, что вот у них, может быть, действительно появится какое-то облегчение от этого количества рекламы, бордов и всего остального. А тем более в такое сложное время, в которое сегодня вошла наша страна, вошла в силу целого ряда причин. С одной стороны, это, безусловно, коронавирус, это эпидемия. С другой стороны, на мой взгляд, вот даже судя по вчерашнему выступлению президента, можно убедиться в том, что у нас власть живет абсолютно в другом измерении каком-то, даже не в другой стране, а это какое-то абсолютно другое измерение, потому что те вопросы, которые поднимались президентом во время своего выступления, во-первых, они как-то освещены были. Ну, вот я слушал, и я не понимал, мне смотреть в окно или не смотреть в окно, потому что, когда нам рассказывают о том, что мы хорошо подготовились к эпидемии коронавируса, при этом мы понимаем, что у нас ни тестов, ни достаточное количество, лечебная сеть не подготовлена, у нас с кислородом банальная проблема, у нас с кадрами проблема, ну, у нас совсем проблема, но нам при этом рассказывают, мы хорошо, у нас смертность 1,9, а в Германии 4, а во Франции 11, а в Испании 9. И нам говорят, что у нас смертность 1,9, это вдруг почему такое случилось? Да потому что у нас просто пациенты погибают, не тестированные на коронавирус. Поэтому у нас нет тестов. Вот у нас и смертность такая 1,9. На самом деле людей, умерших от коронавируса, намного больше, к сожалению. Но президенту рассказали какой-то миф, он в него поверил, вышел и сказал это людям. И вот те, кто ему рассказывают, безусловно, виноваты в первую очередь. С другой стороны, это не значит, что президент не должен анализировать вещи, которые ему готовят. Это первое. Второе, вот даже если мы посмотрим по нашим цифрам, по Одессе, да, у нас за пятницу было 500 пациентов, выявленных с коронавирусом, потом в субботу у нас становится 200, в воскресенье 220. А во вторник уже 600. Но мы же прекрасно понимаем, что это не потому, что их нет, а потому что мы просто их не выявляем, потому что лаборатория на выходные дни не работает, и поэтому у нас коронавируса на выходные дни нет. И поэтому у меня такое впечатление, что власть избрала метод борьбы с коронавирусом, это просто его не замечать. Нету тестов, нет коронавируса, значит, нет проблемы. И вот, ну, вот это вот абсолютно какой-то сюрреализм, который мы сегодня наблюдаем в отношении власти к происходящим событиям, он пугает очень сильно. Это первое. Второе, там, когда слушаю речь президента, где много говорилось о том, что власть много делает для того, чтобы война остановилась на Востоке, для того, чтобы решить крымский вопрос, о том, что формируется некая крымская платформа для решения. Это важно, наверное, конечно, это важно. Но людей сегодня интересует, не потеряют ли они работу в результате следующего локдауна, в который мы можем влететь уже в ближайшие недели, и не останутся ли они без денег, и будет ли им чем кормить своих детей, б, что будет со школами, в, что будет, в конце концов, с тарифами, которые у нас поднимают.
Нам рассказывают какие-то истории о том, что мы там очередные какие-то чемпионы, а все, кто это не воспринимает, те зрадники, значит. Сергей Алексеевич, вам это не напоминает период Петра Алексеевича? Вот если ты там не понимаешь, не поддерживаешь линию президента, значит, ты зрадник и сепаратист. Если ты поддерживаешь, значит, ты патриот. Ну вот, вот сегодня у нас примерно такая же ситуация. Сергей Алексеевич, мы с вами до эфира говорили на достаточно страшную тему. Вы, будучи доктором, который вылечил уже сотни людей от коронавируса, до сих пор лечит, рассказывали мне, как вообще люди очень тяжело уходят из жизни, когда коронавирус все-таки их одолевает. И расписали вот эту агонию. На самом деле мне стало страшно. И в связи с этим у меня к вам следующий вопрос. Не находимся ли мы в состоянии агонии, когда мы физически не можем подняться, но наше сознание работает, мы понимаем, что что-то нужно делать, но вот не поднимаемся и все, хотя осознаем всю глубину проблемы, которая настигла. Это первый вопрос и второй вопрос. Сергей Васильевич, что делать, как встать, как сделать так, чтобы наш пульс нашей страны стал снова биться? Я с вами абсолютно согласен в том, что страна находится с точки зрения управления государством, с точки зрения государственных институтов управления, находится в состоянии агонии. Мы видим сегодня, что, к сожалению, доверие к Верховной Раде очень низко. И то, как она работает, собираясь раз в 3 месяца, потому что у них коронавирус. Значит, вся страна себе работает, живет и все остальное можно. В Верховной Раде нельзя. При этом у нас бюджеты, у нас тарифы, у нас все остальное. Это первое. Второе, безусловно, это говорит о том, что это просто агония управленческой системы власти. С одной стороны. С другой стороны, мы видим поддержку кабинета министров, который рушится, падает. И вообще авторитет этого кабинета министров, начиная от самого премьер-министра, которого, наверное, не знает 99% украинцев, если их спросить на улице, назовите фамилию премьера, потому что то, чем занимается кабинет министров, он никак не связан с реальной жизнью наших граждан. Была надежда на то, что заработает президентская вертикаль какая-то, но, к сожалению, даже последнее выступление президента показало о том, что офис живет в своем какой-то искусственно нарисованной картинке в иллюзии. Поэтому, к сожалению, сегодня можно констатировать институциональные государственные повреждения системы управления. Сергей Алексеевич. Что делать? Я прошу прощения, что делать? Я думаю, я уже об этом неоднократно говорил. Сейчас, когда мы уже попали в страшный кризис, связанный с коронавирусом, это кризис не только медицинский, это кризис экономический, это общественный кризис, кризис общественных отношений, это политический кризис. То есть, да, медицинская система в этом плане, безусловно, на передовой, но для того, чтобы государство в целом жило, надо экономика и все остальное. Поэтому здесь система управления, единственное, кто теоретически может удержать, это такая институция, как РНБО. Но председатель РНБО, коим является президент, делает вид, что у нас в принципе неплохо все. Я считаю, что нам надо немедленно переводить на режим чрезвычайной ситуации и включать режим управления через РНБО, когда местная власть точно так же подчиняется центральной власти. Либо наоборот сказать, что, ребята, мы как центральная власть ничего сделать не можем. Мы импотенты с точки зрения управления. Поэтому вот мы вам отдаем все полномочия на места. И, пожалуйста, вместе с полномочиями отдаем ресурсы, а не так, как у нас. Мы вам полномочия отдали, а ресурс при этом забрали на дороги, потому что нам надо 30 было миллиардов потратить на Сергей дороги. Сергей Алексеевич, вот знаете, я вот сейчас его слушаю, и мне кажется, что в случае, если вы изберетесь мэром Одессы, а вы пробудете недолго мэром Одессы, потому что я думаю, что в скором времени сменится кабинет министра, учитывая настроение того же Игоря Палица, который явно претендует на пост премьер-министра, он может вас позвать в Киев, поскольку понятно, что ваши способности, они не ограничиваются исключительно медициной, и вы готовы брать на себя ответственность за решение широкого круга вопросов. У меня вопрос прямой к вам. Готовы ли вы брать на себя ответственность не только за изменения в нашем городе, но и за изменения в масштабах всей страны, как член команды «Палец»? Понимаете, Миша, для меня, работая в стационаре ежедневно на протяжении десятков лет, для меня принятие решения за жизнь человека — это
ну, правило. Да? То есть это то правило, с которым я живу много лет. Поэтому принимать решения и отвечать за эти решения, это для меня норма жизни. С одной стороны. С другой стороны, я хочу сказать, что если одесситы мне окажут такую честь, чтобы я управлял нашим любимым городом, то, безусловно, я буду работать на одессита в первую очередь. И там, какие бы ни были предложения от Игоря Петровича с точки зрения управления государством, я буду с одесситами. Другой вопрос, что, безусловно, сегодня, еще раз хочу сказать, что у меня такое впечатление, что офис президента делает все, чтобы институты управления государством с точки зрения центральных институтов были разрушены. Вот обратите внимание даже по Одесской области. У нас есть администрация, областная администрация, да, которая непосредственно является там, одной из структурных подразделений в цепочке вертикали президента. Чем она сегодня занимается? Ну, кроме того, что полчаса пообсуждали, что губернатор подтвердился, у него тест на коронавирус, и он был где-то на коронавирусе. Сейчас Во время приезда президента. Сейчас у него якобы там уже отрицательный. Ну, как-то он, во-первых, слишком быстро стал отрицательный. Ну, с нашими тестами все что угодно может быть, как и с нашими губернаторами. Поэтому, как бы, тут одно как раз другое складывает в единое целое. Но вопрос в том, что он был, что его не было, какой функционал этой администрации, что они делают, никто не понимает. И по большому счету система управления, она в принципе разрушена. Мы говорим о том, что вчера у нас выступал президент и говорил, да, у нас проблема, коронавирус, но мы вот это что-то сделали, там где-то сделали, и у нас смертность низкая. Еще раз говорю, смертность низкая, потому что их не тестируют просто. Но я два слова буквально закончу. После этого выступает министр здравоохранения. В этой же Верховной Раде президент буквально 10 минут как уехал. Выступает министр здравоохранения и описывает такие страшные сценарии, где один из сценариев это когда у нас станет медицинская сортировка, когда мы будем, когда медики будут обязаны выбирать. Четвертая этого, стадия, да. Да, этого спасаем, а этого не спасаем, потому что по каким-то критериям он уже не подходит, по то, чтобы мы его спасали. То есть это страшный сценарий. И в этот же день на стадионе Олимпийский в Киеве проходит матч Динамо Киев-Ювентус, где 15 тысяч болельщиков. Вот вы себе представляете, что эти 15, даже если их там как-то рассадить, так они же все равно будут через одни входы входить. Ну, вот где эта логика? Где Бергамо началась с футбольного матча в Милане? Ну, и вот я задаю себе вопрос. У нас в городе, и в городе, кстати, в том числе, но в стране вообще хоть какая-то власть есть? Ну, тут нам рассказывают страшное какое-то кино. Причем рассказывает человек, которого даже уже депутаты слушать не хотят, потому что ползала просто сразу встала и вышла. Не потому что им это не интересно, а потому что они, видимо, как и все остальные граждане нашей страны, прекрасно понимают, что все, что говорит министр, это Степанов, я имею в виду, это залипуха просто. Сергей Васильевич, год назад люди голосовали за президента Зеленского, а большинство, 73%, считало, что с приходом Владимира Зеленского придет другое качество власти и управления. Президент действительно будет всех слышать, президент будет четко понимать, что творится на местах. После речи президента, я думаю, что уже практически у всех есть серьезные сомнения в отношении вот понимания президентом нашим реальности, которая существует. Да? И у меня в связи с этим следующий к вам вопрос. Если вы станете мэром нашего города, не получится ли так, что вас, ваши подчиненные, члены вашей команды опустят в такую горячую ванну, где вам будет комфортно, и вы просто не будете слышать людей, вы будете выходить, выступать перед депутатами Одесского городского совета, как ни в чем не бывало, как будто бы в Одессе уже все хорошо, и все проблемы закончились? Ну, знаете, вот я хочу сказать, что вот то, с чего вы начали свой вопрос, что президент, когда шел мэр, и, то есть когда Зеленский баллотировался в президенты, и, в общем-то, я как человек, тоже дважды голосовавший за него, что импонировало, что это человек, который знает проблему, ну, вот, простого народа. Да? И он будет сопровождать эти проблемы, помогать решать эти проблемы. Он умеет разговаривать с народом. Но что, какая-то произошла трансформация, причем так быстро она как-то произошла, меньше чем практически за полтора года, когда вот даже на примере того, что президент приезжал несколько раз в Одессу за последних 3 или 4 месяца, вот буквально последний визит пару недель назад, вот скажите, да, он встретился с польским своим коллегой, да, они подписали какие-то, наверное, сверхважные документы по тому, как будут
осваиваются залежи углеводорода в Львовской области, там еще какой-то документ, почему-то секретный, ну неважно, там что-то подписали, как-то поговорили о чем-то. Дальше с кем встретился президент в Одессе? Но я много лет уже был интегрирован в какую-то структуру управления, ну, управления, в том числе там, областью, городом. Но всегда, когда приезжали первые лица, они старались встретиться, ну, как минимум, с руководством города, с руководством области, а лучше с активом области и с активом города. Но так всегда было, для того, чтобы можно было пообщаться, услышать другое мнение, просто поговорить с представителями, вот как, знаете, вот... Ну вот с представителями, где непосредственно рождается и осуществляется жизнь. Другое дело, что мы для них периферия. Вот они, вот банковая – это жизнь. А вот то там где-то на периферии. Вот у меня такое впечатление складывается. Поэтому, что касается лично меня, ну вот вы знаете, я работал начальником управления города Одессы здравоохранения, работал и заместителем губернатора. И я всегда понимал, что если я не буду ориентироваться, чем живет мой... Там, условно говоря, водитель скорой помощи, когда я работал начальником управления. Или как у меня осуществляется там, подготовка к учебному процессу там, в школе в какой-то там селе Петровка Ивановского района, условно говоря. И не буду знать проблему директора и учителя этой школы. То грош цена у меня как руководителя. Тогда я буду решать какие-то вопросы, которые абсолютно не касаются системных. К сожалению, это те люди, которые не прошли, видимо, вот эти вот пути управления, там, школы управления, и поэтому, когда их закружили в этом хороводе власти, да, когда тут у нас президент Турции с тобой общается, тут президент Польши общается, а там Меркель позвонила по телефону, а тут еще, у человека рождается картинка, что ну, все в жизни удалось, все классно, а то, что там внизу какие-то проблемы, ерунда. Поэтому, к сожалению, вот эта оторванность от реальной жизни, это можно было бы там, ну, с этим как-то жить, когда нам рассказывали какие-то интересные показатели с точки зрения ВВП, как у нас минимальная заработная плата возрастает, потом резко еще лучше становится, потом пенсии у нас как-то растут, а тут столько... субсидии выдали, а тут столько субсидий. И вот эти рассказы, когда это происходит в какой-то нереальной экономике, и люди там себе слушают ВВП, да, так, ну вот ВВП у нас там выросло там, на 0,2%, а тут нам МВФ приехал, дал еще кредит. Это еще как-то ложилось. Но когда у нас реальная эпидемия, и когда у нас реальный вирус, и этот вирус не работает с понедельника по пятницу, эпидемия развивается ежеминутно, ежечасно. И тут уже вот рассказы с этой псевдолетальностью, с этой псевдовыявляемостью, с этими компьютерными томографами, которые должны были зайти полгода назад, но в лучшем случае нам министр говорит о том, что, наверное, к концу года нам их завезут, а потом еще 3 месяца мы их будем ставить. А кислород у нас вообще-то есть, правда, он не такой, но мы его не поставляем, но нам надо еще бочки. Ну, в общем, полная несанитность, это еще раз говорю, могло быть в режиме более-менее там, стабильных жизненных процессов. Сергей Васильевич, смотрите, вот одесситы видят то обильное количество бордов, которые есть у вас, есть партия «За будущее», «За майбутнее». Одесситы видят количество бордов, которые есть в других регионах. Знают вас, знают Игоря Петровича Палец, но у нас настолько уже общество привыкло, что их обманывают, что они думают так, вот они вкладывают деньги в борды, значит, они что-то хотят от нас получить. Вот скажите, зачем вы, зачем Игорь Палица вообще участвуете в этом всем процессе? Зачем вы тратите столько ресурсов на этот весь процесс? Вот ваша главная цель, скажите честно. Мы перед тем, как идти в политику, вот я лично вместе с Палицей, мы советовались очень долго. Мы обсуждали этот вопрос как минимум 1,5 года. Стоит идти в политику, не стоит идти в политику. Стоит идти в политику, не стоит идти в политику. В конечном итоге приняли такое решение. Безусловно, в первую очередь это было решение Палицы. Он долго колебался. Почему? Потому что для него, когда он о чем-то заявляет, это не сиюминутный какой-то процесс. Вот мы там сегодня появились. И там что-то у нас получилось, а завтра уже будь как будет. Нет, мы пришли надолго.
Мы заявили о том, что мы входим в политику, и мы пришли надолго. Мы не собираемся после местных выборов сворачивать свои приемные, свои штабы. Мы будем дальше работать, будем помогать людям, вне зависимости от того, какой будет результат. Мы, конечно, надеемся на хороший результат, но вне зависимости на результат мы будем работать над теми проблемами, с которыми сталкиваются наши граждане ежедневно. И еще раз хочу сказать, что политическая партия «За Майбутне» вошла в политический процесс для того, чтобы реально менять страну. Мы понимаем, что нам, наверное, не удастся поменять ее за месяц-полтора, поэтому мы понимаем, что у нас годы впереди и политической деятельности, и административной деятельности, потому что я уверен, что рано или поздно мы выиграем в нашей стране и получим власть для того, чтобы уже реально изменить состояние дел в нашей стране. Поэтому мы пришли и заявили изначально, с первой минуты, достаточно громко, в том числе через бордовую кампанию, о том, что мы есть и мы надолго. Сергей Алексеевич, правильно ли я понимаю вас, что вот после выборов, когда все закончится, и мы видим, как исчезнут большинство партий, которые сейчас баллотируются, равно как и большинство депутатов, которые сейчас будут избраны, их просто люди вообще не будут видеть. Вот простой человек, даже если он на этих выборах, например, за вас не проголосует, а проголосует, например, за кого-то другого, он все равно сможет найти в вашей партии своего защитника, вас, как главного промоутера своих интересов? Безусловно. Во-первых, я уверен, что мы зайдем хорошим представительством во все уровни совета, и в областной совет, и в городской, и в другие советы. С одной стороны, и мы сможем влиять на ситуацию в регионе и в нашем городе, это точно. А с другой стороны, сегодня партия «За Майбутне» имеет третье по своей количественному составу представительства в Верховной Раде. У нас 24 депутата Верховной Рады составляют группу партии «За Майбутне» в нашем главном законодательном органе. Поэтому у нас есть рычаги влияния на исполнительную власть уже сегодня. Завтра они будут усиливаться, их будет количество увеличиваться, и мы будем стараться делать все, чтобы помогать каждому нашему гражданину. Еще раз хочу сказать, наши приемные будут открыты, они будут работать в том же режиме, в котором у нас они работали на этапе избирательного процесса. И более того, мы собираемся только увеличивать и увеличивать их присутствие и, соответственно, наше присутствие в нашем обществе. Сергей Алексеевич, наверное, последний вопрос, который вам задам, это вопрос личного характера. Я заметил, вы очень сложно приближаете к себе людей, у вас мало друзей, но если вот человек все-таки становится вашим другом, то это надолго. А вот скажите, если вы станете мэром нашего города, будете ли вы своих друзей привлекать во власть, как у нас часто это принято, либо вы будете руководствоваться сугубо профессиональным подходом? Ну, опять же, слава богу, у меня есть опыт, когда я заходил на разные должности, там, главным врачом областной больницы, ну и другие там должности, когда мне говорили о том, что вот сейчас друзья Калинчука придут вместе с ним, тот станет этим. В первую очередь, это профессионализм. Для меня всегда было, более того, для меня, я главный врач областной больницы, у меня 7 ночмедов, 7. Я могу быть классным врачом, классным хирургом, акушер-гинекологом, неврологом, реаниматологом одновременно. Не могу быть. Поэтому мне надо, чтобы за акушерство отвечал самый сильный акушер-гинеколог. Он должен быть умнее меня в 20 раз, но он должен за это отвечать. Я ему помогу с точки зрения административных вопросов. Поэтому для меня, еще раз хочу сказать, самое главное – профессионализм. Раз. Второе, безусловно, это человеческие ценности. Вот как бы там ни было, я не буду работать с людьми никогда. Какой бы он профессиональный ни был, я не буду работать, если это подонок, если это вор, если это человек, у которого критически не совпадают ценности со мной. Но это невозможно. Что касается моих друзей, поверьте, у меня их действительно немного. Слава богу, это самодостаточные люди. Если кто-то, исходя из своих профессиональных качеств, захочет идти и работать вместе со мной 24 часа в сутки для того, чтобы что-то изменить в нашем городе, наверное, я буду рад. Если мне подставит плечо мой друг, и если он профессионал в этой области, понятно, я врача не поставлю на ЖКХ, а, условно говоря, специалиста по ЖКХ не поставлю на образование. Это, для меня это сразу исключение. Другой вопрос, что немногие захотят со мной идти работать, потому что
мои друзья как раз хорошо знают мои требования. Это полностью отдача тому делу, которым ты занимаешься. Когда у тебя ни семьи, ни личной жизни, ничего. У тебя есть только проблема, в данном случае проблема города. Сергей Васильевич, спасибо вам большое за интервью. И я вам хочу сказать, что я наблюдаю за вами. Вы действительно хороший человек, это правда. И вот хороших людей у нас мало, но кроме того, что вы хороший человек, вы действительно профессионал. Потому что быть хорошим – это не профессия. А вы действительно профессионал. И профессионал, который, самое главное, востребован не только у нас в городе. Вы делали карьеру и в Израиле, и в Киеве. Вас знают в Европе. И это показатель профессионализма. Потому что у нас в Одессе очень многие политики любят строить понты, извините за выражение. Да? Потому что это общество на это очень часто ведется. И прокатывают вот эти понты. Но вы человек без понтов, но вы с профессией. Это самое главное. Без понтов, но с профессией. Уважаемые зрители, с нами сегодня был Сергей Калинчук, кандидат в мэры Одессы, лидер одесской организации партии «За майбутнє». Человек с профессией, человек без понтов. Я повторяю, человек с профессией, но без понтов. Я думаю, что пора нам всем избрать такую власть, которая будет с профессией, но без понтов. Спасибо, что были с нами на Медиаинформе.